15 декабря в Министерстве культуры Челябинской области состоялась церемония награждения лауреатов премии за заслуги в сфере народного художественного творчества и любительского искусства в Челябинской области «Душа Южного Урала». Ежегодно районные управления культуры выдвигают своих претендентов. Верхнеуральский район в этом году представлял Валерий Фролов, руководитель народного коллектива вокального ансамбля «Рябинушка» Межозерного культурно-досугового объединения «Меридиан», который получил звание лауреат премии Министерства культуры Челябинской области за заслуги в сфере народного художественного творчества и любительского искусства «Душа Южного Урала» в номинации «Народное пение». Валерия Викторовича лично поздравил министр культуры Алексей Бетехтин. Это действительно достойная награда для человека, который всю свою жизнь посвятил творчеству. Коллективы культурно-досугового объединения «Меридиан» и ВТВ поздравляют Валерия Викторовича с присуждением премии и желают дальнейших творческих успехов и побед.